Жителям Фрунзенского района показали звериную сущность. В библиотеке имени Прокофьева открылась выставка петербургских анималистов. Несколько десятков изображений животных в исполнении 4 диаметрально разных по технике исполнения художников впервые разместились по соседству. Привычные для зрителя акварели и акрил иллюстратора Светланы Емельяновой здесь перемежаются с тончайшей техникой в духе старой школы Светланы Шевченко. А реалистичные животные Веры Ильиной бросают вызов сказочным существам художницы Натальи Кузнецовой. Причем я бы не сказала, что самое главное в этом сами по себе зверюшки. Самое главное в этом люди, да? И наш мир. Как мы смотрим? Заглянуть в современный справочник анималистики и увидеть братьев наших меньших через творческий микроскоп может любой желающий. Для этого даже не нужно иметь читательский билет. Выставка продлится до начала октября.